Я включила. Доброе утро всем, дорогие друзья. Вы на канале «Деревенская жизнь нашей семьи». Сегодня такой густой туман с утра. И с утра мы идем сегодня. Все-таки мы добрались до наших индюков. И им нужно обязательно постричь маховые перья на крыльях, чтобы они не летали. Они уже замучены, летают везде. То на забор сядут, то еще куда-нибудь. Поэтому мы решили им сегодня постричь крылья. И как мы это делаем, мы сейчас покажем. А еще мы постригем им клювы, потому что они начали немножко уже браться друг с другом, клевать друг друга. Ну и клювики мы им пострижем. Ну что, пойдемте. Ну что, пришли мы вот в эту стайку. Стригать будем вот такими портными ножницами. Вот старые ножницы. Именно для стрижки крыльев, клювов, когтей и тому подобных вещей. Даже копыта вот просто подстригаем этими ножницами. Ну что, с первого начнем с самца. Так, ну что, ребята, давай вот с тебя начнем. Тихо. Ты. Подстригаем именно вот маховые перья, которыми они держатся в воздухе, вот эти вот перья, вот до этих маленьких. То есть вот это вот место вот так вот подстригаем и вот до сюда. Вполне хватит. То есть вот этими перьями индюки держатся за воздух и летают. Поэтому мы их подстригаем. Делаем вот так. Можно подстригать и выдернуть. Не надо. Вот так вот. Индюку совсем не больно, потому что здесь они как бы это мертвые. Второй даже был. Можно, конечно, одно крыло постричь, но лучше два постричь. Так надежно. При этом красота и эстетика теряется, но зато они никуда не улетят. А еще мы пострижем им клювики. А клювики мы постригаем вот так. Зажимаем между ног птичку. Берем. Вот так я делаю. Тихонечко, легонечко сильно не зажимаем и постригаем вот этот кончик клюва, который полупрозрачный такой, ну и нижний немножко. Вот так вот. Без фанатизма, конечно, чтобы, потому что здесь вот у них идет артерия кровеносная, чтобы ее не повредить. Немножечко подстригаем, и вот все. Ты свободен. Все, иди давай. А, было их на улице, которого подстрижем. А, так уберем все. Пусть. Чтобы нам не путаться. Тихо. Расправляем крыло вот так вот. И вперед. Так смиренно, да, не брыкает. И второе крыло. Расправляем его. Ну как расправлять? Вот как веер держите, как будто вот в это место, вот за этот сустав, вот так вот. Вот так вот просто его расправляете, и оно расправляется само по себе. Так, иди сюда. Клювик обязательно. Все, готов. Пошли. Иди, блин. Все, два самца готовы. Тише, не бойся. Все хорошо. Тихо. Не бойся ты. Ну вот, подстригли им маховые крылья, подстригли им клювики. По клюву подстригли, потому что ребята начали уже драться. Все, чтобы немножко не так они друг друга травмировали.
Не особенно клювы подстригает и когти подстригает, когда они топчут самочек. Обычно, когда самочек топчут, то у них, у самок, все спины разодраны. У нас были случаи, когда одной самке вообще всю спину разодрали. Ну, кто-то одевает какие-то там фартуки, надспинники, или как их назвать. Мы делаем немного по-другому. Мы просто самцу подрезаем кончики ног, ой, этих когтей, и все. И он уже не травмирует птицу. Все, птица здоровая, нормально бегает. Все, можно жить дальше. Всем пока. Успехов, берегите себя, своих близких. До следующих встреч, следующем видео. До свидания.